Да, блядь, смотрите, вы за огнем, вы заебали! Сука! Открывается ебучая, блядь, дверь, из нее хуярит пламя, блядь! Уже б можно было выучить, как эти ебаные двери открываются, сука! Камни берите. Что за долбоебизм так какой-то непонятный, совершенно мне, блядь. Просто, блядь, элементарнейшая, нахуй, механика, которая убивает мне людей. Фу, блядь, от пламени умер. Ха, красавчики, ложимся, нахуй. Открывается форточка, оттуда вылазит огнемет, блядь, и жжет вас. И вы прям... Я не знаю, куда вы смотрите, правда, я не могу этого понять. Для меня это выше, понимаете? Чем то, что я могу вот понять, как, блядь, можно умереть от огня в стене, блядь. Я понимаю, он бы рандомно из пола хуярил. Такой, знаешь, ты стоишь, ну и типа ничего не предвещало беды. Хуяк тебя сожгло, нахуй. Ваншот, блядь. Но нихуя подобного. Blizzard рассчитывают игру для дебилов. Серьезно. Ну, как бы дети, да? 12 лет. Я себя в 12 лет, скажем так, помню достаточно неплохо, но большинство людей в 12 лет плохо себя еще как воспринимают как личность, да, как человека, блядь. Они просто ебашат по кнопкам, нахуй. И вот для этих людей Blizzard придумали такую хуйню. Давайте, говорит, сделаем так, что открывается дверь, она начинает подсвечиваться красным, да? Красное — это знак опасности, блядь. Это значит, что тебе нужно задуматься о том, что вероятнее всего сейчас в тебя что-то ёбнет. И ёбнет так конкретно, блядь. Blizzard это сделали. Более того, оттуда начинает ебашить красная, мать её, струя, блядь. Она настолько красная, как будто бы тебе почки отбивали 10 гопников, блядь, по очереди в течение всей недели. И ты ссышь красной, сука, струей. Она жжет, наверное, так же. Отвечаю. Так вот, блядь, это нихуя никого не смущает. Люди что делают? Они, значит, у них говно, на них вот это вот электрическое поебота, да? Электромайка, блядь. И тебе нужно эту электромайку скинуть нахуй так, чтобы не умереть. Ладно, хорошо, у многих есть сейвы. Люди выходят, открывается дверь. Блять, ворота ада нахуй. Красные, сука, с этой ебаной хуйней, которая тебя сейчас сожжет нахуй. Они такие стоят. На нем электромайка, он ее пытается с себя снять, как этот, как, блять, как шахид, блять. Он пытается ее на себе разминировать, и тут его сжигает. Нихуя себе, думает человек. Вот это, блять, внезапность. А нажму-ка я сейв. Как делают наши ДХ. У меня даже, блядь, хуйня это упала. Бедный мой конструктор. Так вот, он нажимает сейв и просто стоит. Стоит под сейвом. Но, блядь, сейвы, они имеют охуительную особенность. Кончаться. И кончаются они именно в тот момент, когда у человека спадает дебаф и его ебашит огнем. Они как евреи, которых загнали всех, блядь, в эту газовую камеру. Жалко, что она была не печь. А может, и с печь. Похуй. Они такие, блядь, а что может произойти, да? Что может пойти не так? И нахуй их просто всех сжигает, блядь. Просто пиздец. Более того, люди, чтобы... Это, знаете, похоже чем-то на вот это вот. Типа, если я не вижу, этого нет. Они смотрят в стену, блядь, в противоположную от той, в которой откроется окно. Зачем? Они, сука, всегда с одной и той же стороны, понимаете? Они не рандомные. Они сначала слева, потом справа. Они всегда с одной и той же, блядь, стороны. Поехали.